Весной 1827 года, когда Киприянский только вернулся в Петербург из Италии, Пушкин находился в том же городе, проездом, направляясь из Москвы в Михайловское. У художника и поэта оказался общий круг знакомых, благодаря которому они встретились в доме Дмитрия Николаевича Шереметьева. Там же впоследствии был написан данный портрет по заказу поэта и издателя Антона Антоновича Тельвига. Александр Сергеевич, хоть и не любил позировать, однако великодушно согласился. Полотно исполнено вдохновенно. Каждая деталь скрупулезно выверена и доведена до совершенства. Казалось, Киприянский осознавал ту невероятную историческую ответственность, которая на нем лежала. Великий русский поэт изображен на светло-желто-зеленом фоне, одетым в строгий сюртук. Через плечо его перекинут клетчатый шотландский плед. В характере позы читаются задумчивость и спокойствие. Скрещенные на груди изящные руки придают поэту собранность. Ногти поэта могут показаться чрезмерно длинными, однако именно такой маникюр был признаком хорошего тона у мужчин высшего света в начале XIX века. Лицо написано в фас и без явной лести героя. Голова Пушкина слегка повернута влево, туда, где стоит бронзовая фигурка музы с лирой. Художнику с большим изяществом удалось передать характерные арабские черты Александра Сергеевича. Работа имела успех, но вызвала и некоторые споры. Одни отмечали явное сходство с прототипом, другие, наоборот, утверждали, что в реальности лицо поэта было более выразительным, а такое положение рук совершенно для него нетипичным.